Нвер получил российское гражданство в 2007 году. Вместе с ним в семейном кафе сейчас работают двое сыновей. В Нижнекамске они в статусе трудовых мигрантов. Ежегодно отец продлевает детям разрешение на работу. Сегодня в суде в качестве свидетеля. Рассматривается дело о получении взяток сотрудникам миграционной службы, с которой ему приходится сталкиваться часто. Однако взяток обвиняемый он никогда не давал. Сзади вас подсудимый сидит. Вы знаете... Может, видели, может, нет, точно не могу сказать. Фамилию знаете? Нет. Другие предприниматели с обвиняемой знакомы лучше. Ей инкриминируют больше 10 эпизодов получения взяток. В общей сложности, по версии следствия, два бизнесмена ей отдали почти 80 тысяч рублей. Вовремя не продлили разрешение на работу своим сотрудникам, выходцам из стран ближнего зарубежья. Специалисту ФМС помогла решить этот вопрос, избежать административного штрафа и внесла в миграционный журнал ложные данные. Деньги перечислялись ей на карту под разными предлогами. Были перечислены денежные средства 2 мая 2017 года. 15 тысяч рублей, 30 мая 2017 года 2000 рублей главному специалисту, эксперту отдела по вопросам миграции ВВД России Пенежгамской Еремины, он не знал. Несколько свидетелей не явились на суд, их показания очень важны для стороны обвинения. Один из свидетелей является обвиняемым по другому уголовному делу по статье «Дача взятки», поэтому на процессе он отсутствовал, из-за этого судебное заседание перенесли на другой день. Алмаз Кашефов, Айвир Акипов, новости НТР.